Всем привет! Вот такой улей мне по случаю достался от одного дедушки. Ну, только два корпуса, все правда, но все-таки давайте его посмотрим. Этому улью более 50 лет. В 60 каком-то году он произведен. Давайте посмотрим поближе. Посмотрите, щелей в стыке нет. Улей без фальцевый. Щелей нет, в принципе, совсем. Ребята, 50 лет улью. Сделан шип. Вот такие ручки здесь завода были. У нас хозяин при колхозе, тут дверные для удобства, видать. Крыша. Потолочной нет. Потолочной нет, но потолочную я использую свою, потому что хочу я этот улей попробовать. На руде никогда я не работал. Хочется мне попробовать руд. Посмотрите состояние, какое внутри. 50 лет, ребята, 50. Так, внутренний размер 375, поперечный, продольный 455, 456, доска 35 миллиметров, высота 244, наверное, 244 миллиметра. Давайте дынышко посмотрим. Вот такое дно. Дно, кстати, тяжелее корпуса. Похоже, вот эта доска, это лиственница. Ну, очень тяжелая. Посмотрите, как сделано. Маленько тут что-то рассыхалось. Хозяин тут что-то заделывал. Но это я все исправлю. И поправлю, и попробую этот улей. Да. Приятно посмотреть на хорошо сделанную вещь. Всем пока!